5 по 11 июля в Одинцовском округе проводится профилактический рейд «Пешеходный переход». Его главная цель – предотвращение ДТП с участием пешеходов. На сегодняшний день эта категория участников дорожного движения остается наименее дисциплинированной, констатируют госавтоинспекторы. За 6 месяцев 2021 года в муниципалитете зафиксировано 29 ДТП с участием пешеходов, в которых 9 человек погибли и 22 пострадали.